Сегодня 2018 год, 15 ноября, день рождения у жены. Вот я на кухне. Подготовка к праздничному столу еще осталось всего лишь 2 часа. И вот мы только начали делать вот такие вот штучки потихоньку. Небольшой краткий обзорчик. О, тут еще и рыба есть. Рыба, креветки, сыр сливочный, крабовые палки, огурчики, рис. Рис целая бадья. 6 килограммов. Думаю, половину, наверное, сегодня осилю. Как минимум. Так, суши. Точки. Гладенькая сторона. Чуть смачиваем руки. Зачерпываем рисок. Раскатываем. Рис простой, краснодарский, никаких фирменных рисов можно не использовать, зачем они нужны. Просто используйте рис вместе с уксусом рисовым. Отварил рис, как кашу, с солью. Все. Рис остыл. Добавляешь туда уксус на глазочек. И все. Соус терияки. Очень вкусная штука. Крабовые палки. На глазчик. Огурчики. Добавляем. Можно еще чуть-чуть. Вот так. Потолще. Так. Проблема одна есть, конечно, надо купить шприц для сыра, чтобы вот так вот не раскатывать его тут в трубочку сливочный. Мы и тут как бы тут приноровились. Все готово, сейчас будем заворачивать. Да, еще краешек смазать, чтобы нормально склеился. Поправляем чуть-чуть, подворачиваем. Чик-пык, ролик готов. Еще раз можно прокатить. Блин, пленка пищевая уже стягивается. Все, пойдет сюда, ролл сюда, смачиваем ножик, переворачиваем, подрезаем. Можно и не подрезать. Все, отличная сборочка. Как я ранее показывал, уже вот 4, ну где-то грамм 500, уже 600 готово. Обрезки поедаются. Продолжаем дальше. Лист капусты. Гладкой стороной на циновочку. Готово. Смачиваем руки опять в воде. Можно использовать перчатки всякие там. Целлофановые или какие там, не знаю. Разминаем рис.
Я не специалист, все делаю на глаз, по вкусу. Бог не обидел небольшими поварскими свойствами. Ну вот, почти все четко. Готово. Смачиваем немножко соусом, чтобы наш рис был вкусный. И тигровые креветочки, ну такие бодренькие, я смотрю. Можно средненькие. О, недочищенные, блин, попросил помощнички с кожурой. Накладываем средние креветочки. Проверяем. Как раз 3 штуки входит. Отлично. 3 креветки. Огурчики. Наши китайские добрые огурчики. О, срок обязательный. Опять надо мочить руки. Опять зачерпываем его. Вытягиваем. Уже кто-то звонит. О, жирный ролл, толстый. Небольшой перекур. Телефон нас убираем. Начинаем закручивать, подворачиваем, обязательно смотрим, чтобы у нас ролл плотненько стал, блин, не помню, смазывал я, нет. Давите все силы, как хотите. Главное, чтобы он стянулся плотненько. Ну, это дырки, это не страшно. Ролл стянулся хорошо, крепенький. Отлично. На подрезочку. Я никогда, короче, не стягиваю с боков, как показывают там в фильмах или в Ютубе, там везде. Подрезал. Поел. Сладенький, вкусный. Все. Роллер наш готов. С креветок вообще получается вкусно. Крабовые палки, конечно, тоже вкусно, но не так полезно. Хотя и креветки тоже аргентинские, хер его знает. Поехали дальше. А то у нас еще впереди целая гора. Я, наверное, сегодня купил дырявые эти. Вся партия с дырками. Вот это более-менее нормальный. Либо так его бахнуть, либо так. Лучше так. Рис наш кончается. Заготовленный с уксусом. Бум. Раскатка. Конечно, этой фирмы я, наверное, больше брать не буду. Листочки именно для роллов, для суши. Гим еще пойдет для еды. Я вам покажу еще один рецептик сейчас, куда можно листы гим, которые для еды, не для суши, использовать. Вот. Рис вообще обалденный. Липкий, крепкий. Вот да, он такой, как бы сказать, слишком уж жидкий, но это фигня. Так. Бахнем соуса. Пойдет. Так, а что я делаю? Можно же... Блин, а я взял вообще, Дима, 5 пачек. Вот про него я говорю. Такие листочки можно просто тупо кушать самому. Из таких там роллов. Хотя их можно в него и ролл завернуть, но они хрупкие. Такие соленые уже. Классные, под размер берешь. Бах. Готово. Все. Соусом можно смазать. Здесь вот чуть-чуть, чтобы он слипся.
это и здесь тоже чуть-чуть маленько вкуснее будет. Запуливаем крабовую палку. Крабовые палочки нестандартные, делали бы для суши, под размер было бы вообще идеально, меньше времени на обрезку, на всякую там суету. Но огурчачи. Так, сырок опять, сырок наш, вытяжка. Может быть, каким-то другим способом попробовать сделать. Не знаю, у меня не получается бы. Шприц. Мечта купить шприц. В магазине посмотрел. Ни в одном ноль. Ну, как-то уже шприц не нужен. Махом все, сразу бах, готово. Не забываем смазывать нашу вот эту вот штучку. Огонцовочку. Все. Криво стоит, не страшно. Подворачиваем все это дело потихонечку. Опа, опа, ничего, рульчик такой жирный. Сейчас мы тебя уменьшим, худее будешь. Бум. Жирноватый чуток. Блин, пленка пищевая уже подтянулась. Уже от бесконечных изделий. Ага. Вот эти роллы, они особенные, у них особенный вкус. Двойная капуста, очень вкусная. Она особый вкус придает. Так, подрезаем. Ножичек немножко смочить. Подрезаем быстро, раз, 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 раз. Опа. Опа. Опа! 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 Класс! Получился наш ролас. И таких можно сейчас лепить целую кучу. С двойным капустным листом. Так, следующий. Продолжаем работу. Берем листочек. Полевый, дырявый, блин. К сожалению, чуть-чуть. Но это не страшно. И пахнем. Нам сегодня сделать надо, наверное, блядь, хрен его знает, килограмм, наверное, блядь, 5 суши. Это, короче, 2 часа работы, наверное, не меньше, блядь. Может, даже больше. Но мы справимся. Может, даже... А может, и не справимся. Не знаю, я, короче, вообще... Уже устал, еще хочется пива, его нет. Без пива, конечно, трудно работать. Я шучу, конечно. Так, пиво было бы вообще прекрасно. Так, ну все, это готово. Немножко нашего соуса. Хоть я его и добавляю тут, он особо вкус не дает. Такой тонкий, небольшой, легкий вкусик. Соус называется терияки для мяса, но он обалденный. Именно с рисом он очень вкусный получается. Вот. Берем наши креветочки, обязательно их дочищаем. Крупные вообще образцы лучше вскрыть, посмотреть, если там кишка, вытаскиваем ее нафиг отсюда. Можно пополам разрезать. Ставим сюда. Чик. Креветосы. Сюда, сюда. Блин, креветки с крабовыми палками. Давай сделаем. Чем черт не шутит. Так. Это чисто извращение, конечно, но пофигу. Лепим, короче, все подряд. Блин, хотел я продолжить, конечно, делать с двойным листом, с капустным. Что-то промотался. Заболтался с вами. Короче, ладно, не страшно. Сыр. Сыр, кстати, я использую не Филадельфию, а отлично делают, кстати, сыры наши братья славяне в Сербии. Называется Каймак. Вот она баночка. Всем советую использовать его. Он стоит недорого и намного вкуснее, чем Филадельфия, поверьте. Это не реклама. Это проверено. Пока. Наступил день рождения, я
За все это время, за три дня, как мы его купили, я съел где-то грамм 700 просто на бутербродах. Обалденнейший сыр. Все вкусно, все чики-пуки. Так что дальше. Заворачиваем, подворачиваем. Забыли. Мажем. Отлично. Чик. Все у нас, конечно, тут уже подразваливается, но мы не мастера, но что-то умеем. Все, сушка наша готова. Режем. Ножичек смочить. Будет отлично. Чик. Пока делаю, обжусь. Роллер готов. Нормальная закрутка. Работа прет. Бардак. Рабочий бардак. Забахиваем следующий листок. Так, ну, я думаю, нам на оставшийся рис хватит. Может быть. Блин, не хватает чуть-чуть. Сейчас замешаем чуть-чуть тут остатки. Все, что есть. И будем готовить рис. Готовка там 2 минуты. 2-3 замешал, готово. Бах. Конкретно нагрузка. Домашний суши-бар. Гостей придет гора, еще там на работе проставляться. Сушами с коньячком. Мы сегодня будем коньячок пить. Настоящий 5-летний армянский. Такой нормальный, дорогой. Ой, стандартное шампанское Боско. Розовое и белое. Самое более-менее вкусное, хорошее шампанское. Так, не забыть наш листок гим. Гим-листочек. Мазанем чуть-чуть. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Готово. Листочек гим под размер. Подворачиваем его. Здесь вот еще можно смазать. Это все слиплось. Все отлично. Так, что там, крабовые палки бахнуть. Огурцы. Огурчики еще добавить. Кстати, огурцы, когда покупаете, берите сразу в длину, в размер. Потому что потом мелкие подбирать постоянно надо, делать что-то, мудрить не хочется мне все. Так, каймак, сырок зачерпываем на глаз. Такой вот сырок, ручной шприц, все руками, никаких этих. Он как бы плавится. Блин, чуть-чуть намудрил, конечно, ну ничего, ну не, нормально все. Ручки, конечно, грязные постоянно, мывать нормально. Поправляем, подворачиваем, ручками поддерживаем. Чик, следующий. Чик, еще разок. О, хрюк-хрюк. Готов. Еще на розан можно пройти, потому что двойная капуста, она сейчас подпитается и будет чики-пуки. Все. Глаза боятся, руки делают. Ничего сложного нет. В домашних условиях можно сделать добрый килограмм за 25-30 минут. Если ты, конечно, такой более-менее мастерок. И потратишь рублей 400 на продукты. Пойдет.
продолжение темы. Новые суши на заказ. О, капуста, картошка, борщи, шашлыки, суши. У нас рисок-то не готов. Рисок просто отламываем кусок каши. Складываем ее в другую кастрюлю. Тупо. Вот. Простая каша. Вообще, соль, вода. Сварил кашу. Просто каша. Краснодарский рис. Сколько там килограмм? Рублей 30 или 40 стоит. Никаких там для суши хуюши не бывает рисов. Все. Берем вот эту шляпу. Называется рисовый уксус. Чпок. И подливаем на глаз. Все. Убрал. И размешиваешь аккуратно, не давя, чтобы уксус разошелся между зернами. Подмешиваешь. Все, рис начинает рассыпаться. Становится более-менее рассыпчатым. Комки разбиваете. Не дают покоя никто. Работа покоя не дает. Все, рис готов. Ну там можно... Опа. Прилипло. Все, рис готов. Тот рис. Другую кастрюлю обязательно закрывайте, чтобы он не то. Смачиваем ручки и продолжение следует. Продолжение следует. Опять набираем кому колобок риса на глаза. Бумс. Раскатаем. Вот. Все, рисок наш липкий, стоячий, нормальный, никаких там всяких штучек там супер. Типа там супер рис не используешь, не получится суши, все это чушь. Покупайте краснодарский, наш советский, российский, как его там назвать, рис. И варите кашу, делайте суши, проблем нет. Не надо там тратить, блядь, на пакетик 300 грамм риса, блядь, 100 рублей. Зачем он нужен вообще? Не знаю, вот рыбища, короче, какая-то, не знаю, сельдь, с нее делаем суши. Сейчас набабахаем суши, потом не поймем, где кто что было. Нормально. С рыбой всегда надо соус добавлять. Надеюсь, костей нет, блин. Попросил, конечно, помощников, поваров. То есть мою жену, чтобы кости убрали. Но я так тоже прослеживаю, смотрю. Вроде ничего нет. Вроде нормуль. Так, ну вот. Одно хватило, я думаю, на пару суш хватит. Огурчик обязательно добавляем, вкусно. Так. Так. Огурчик готов. Так, а что мы тут? Что у нас? Что, как всегда, сырок. Наш каймак. Колбаска с каймака. Чик-чик-чик-чик-чик. Она растет, 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 растет. Бум. Готово. Все, рис, конечно, хорош. Смазочка. Следующий. Так, рыбищу сюда. Не, ну как бы, блин, с рыбищей вообще, короче, получается хорошие суши. Это надо делать, короче, киту. Делать семушку. Красную рыбу берешь. И в баночке ее пластами, или там сахар, соль, листочки всякие, там смородина, дубовый, ну, не знаю как. Я семушку не знаю как делать, но я думаю, пора уже делать, потому что с нее получается просто вкусное. То есть получается, можно делать суши, уже сверху наворачивать рыбищу. Так, ну ножик я не смочил, уже режу. Ну, рыбище, конечно, тема. Класс.
Пойдет. Самый бонус. Во, уже килограмм, я не знаю сколько, но уже вот, наверное, килограмма два тут половины точно есть. Отправляем на балкон. Готовченко. Бесконечный процесс приготовления суши. Я так много еще не делал. Креветок еще гора. Не знаю. Креветки вроде нормальные. Я их так промыл чуть-чуть. Сладенькие, вкусные. С соевым соусом. Ох, как они вкусно будут. Таять будут во рту. Так, что дальше? Уже спина болит. Надо бы как бы перекурчик сделать, но давай тут еще немножко сделаем. О, вот это вот доделаем. Так, раз, два, три. Четыре листа сделаем и перекур. Чаек попьем. Может, венца долбанем. Наш комок разделяем пополам. Погнали в разные стороны. Ничего не бойтесь, нормально все. Не хватает растений, не хватает, добавь. Пофигу вообще все, там запас, не запас. Все, как говорится, на глаз. Получаться будет сразу все четко, нормально. Глаза боятся, руки делают. Суши — это все шляпа. Это просто, блядь, не знаю, завертушка какая-то, блядь, просто там. Тупо вот, ну, не знаю, короче, что. Рис, рыба. У нас тоже, ну, крутые вещи есть. Борщ, например. Плов там делают. Ну, не русское, но все равно. Мы делаем плов. Вот. Просто блюдо красивое, правильно приготовлено. Блин, креветочки такие прям добрячие. Прям берешь, радуешься. Вот, все. Готово. Так. Огурчики наши. Нормально. Такие полосочки огурцами тоже пойдут. Но вообще было бы неплохо кубиками большими сделать. Сырок упал. Ручки сильно мокрые. Поэтому он и тает хорошо. Еще горячей водичкой бахнул. Мы сейчас его раскатаем. Сейчас сырок комками положил. Не страшно. Но лучше шприц. Я мечтаю о шприце. Просто мечтаю. Шприц — это вещь. Сделал. Все, бах, бах. Просто, как говорится. Раз. Два. Нам торты ставь на пол, Сонь. Я сейчас на балкон унесу. Никаких там всяких шляп, блин. Всяких там штучек, видео там, добавок. У меня все живое. Лайв видео. Как есть. Бум. Раскатали. Готово. Положили. Ножичек уже можно промыть чуть-чуть. От налипшей ресины. Ну, что-то какой-то он жидковатый, кажется, да? Ладно, давай поподрежем, посмотрим, что он. Он жидковат от мягкой креветочницы. Лайф. Слабенько стянул. Надо еще посильнее постянуть. Готово. Так, что нам еще? Гладкой стороной сюда. Не, вот так пойдет. Рис. Уже на глаз беру. И думаю, что точно взял. Тренировка. Годы тренировок сказываются. Суши делать начал в этом году. Роллы, вернее, не суши. Роллы. Годы тренировок. Делал, может, раз
5-6, наверное. Пару-тройку раз видосы смотрел. А так в магазине заказываю. Ну, шляпа. Не знаю. Свое вкуснее. Вот, самое главное. Соус. Не забываем добавлять гин. Секретный ингредиент. Гин. Секретный ингредиент. Пум-пум. Это же самая вкусная штука. Вот она. Гимп. Это супер. Креветочку. Блин, вот такие здоровые тушки надо разрезать. Маленькую тоже разрезать. Маленький там почти ничего нет. Короче, надо резать креветки. Да это, блядь, они обработанные уже там на 100 рядов. Бедные креветочки. Какая она здоровая. Классная креветочка. Сюда мы ее бахнем. Здесь в конце. Блин, тонюсенькую еще паханем. Сюда. Вот здесь огурчик. Огурчик нас ждет. Пойдет. Все пойдет. Сырок. Давай. Вот так. Сырок сейчас сделаем тоненькую. Тоненькую колбаску. Колбасочку тоненькую. Как от шприца. Бум. Смотри, как получилось. Блядь, шприц не надо. Без шприца тут делать нефиг. Смазываем листок. Хорошо. Здесь тоже подмазать можно. Все, готов. Так. Погнали. Поддавливаем. Уплотняем, чтобы все было тверденькое, без всяких там мягких штучек. Все, твердый. Готов. Чик, пык. О, готов. Тут настал момент истины. Называется суши наши. Сосала обратно креветочницу. Хотя по толщине вроде нормально. Видно, лишнее вышло. Блин, надо соус сделать. Чики-пуки. Next. Пойдет. Рисок. Посередине разминаем. Не давите. Пускай раскатается. Потом продавим. Можно давить как хотите. Делайте как можете. Главное стараться все меньше и меньше риса ложить. Чтобы слой тоненький был. Аккуратный. Вкусный. Делаем без гима. Крабовые палки стандартные. Наборчик. Бум. Огурец прям во всю длину. Еще огурец. Так, все, надо сейчас с рыбищей сделать. Так. С
сыр, вечная проблема, руки грязные, в сыре все, в сыре, капец, уже крыша уже едет. О, надо же позвонить, сказать, что пиво взяли, блин. Так, ну я думаю, они уже к камере подходят. Мы сейчас позвоним, чипсы и пиво, пиво и чипсы, иначе я просто тут умру. Я уже устал, я хочу отдохнуть, и суши мне не хочу, я их уже кушать. Уже наелся. Заодно креветки проверим. А то вдруг плохо станет. Чики-пуки. Мастер суши. Ингредиенты. Да. Все в магазине продается. Все это делается. Ножик не смочил. Нормально. Отлично. Перекур. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь комментариями. Всем добра и удачи!